Участковый уполномоченный Лесногородского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу провели для местных жителей информационную акцию «Госуслуги – это быстро, просто и доступно», которая направлена на популяризацию среди населения единого портала. В рамках акции сотрудники полиции подробно объяснили гражданам, какие услуги можно получить по линии МВД через интернет, рассказали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, отсутствии очередей, быстрое оформление документов, информирование заявителя на каждом этапе работы, а также предоставление скидки на госпошлину через сайт госуслуги.ру.